Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Сирена, и это второе из трех праздничное подарочное видео, бонусное, которое мы будем делать очередной вид слейф-браслета или браслета с кольцом, нынче модных и популярных. Это у меня вот такой коннектор самодельный, с лунным камнем, стразами и маленькими керамическими цветочками. Такие кусочки цепочки я буду использовать. Бусины голубого хальцедона. Также аполита или лунного камня. Где-то они у меня 6-миллиметровые. Также я буду использовать вот такие вот бейлы. Магнитный замочек и тросик. Для начала я закреплю, нанизаю центральный бейл и с двух сторон зафиксирую его большими бусинами. Бейлы нам будут нужны для того, чтобы красиво прицепить цепочки к моему самодельному коннектору. Коннектор у меня выполнен из подложки под кабошон, украшен он кабошоном аполита и всевозможными кристалликами и цветочками. Посажено все это на клей. У меня был подробный мастер-класс, видео-мастер-класс по изготовлению такого коннектора. Поищите его, пожалуйста, во второй части моих видеокурсов. Там все очень подробно разъяснено. Это у меня, если не ошибаюсь, был урок номер 6. И вот там как раз я делала именно такой коннектор. Ну вот так вот я нанизала и продолжаю в том же духе. Я собрала вот такой вот браслетик на магнитном замочке. Показывать весь процесс я не буду, мы это не раз с вами уже делали в первой части моих видеокурсов. Вот такие у меня три петельки, за которые я прицеплю цепочки. Мне здесь главное показать вам форму слейф-браслетом. А остальные техники все мы с вами уже проходили в первой и во второй части. Давайте вспомним мои чертежи по слейф-браслетам. Вот у нас был первый браслет, это второй. Вот второй мы с вами и делаем. Первый был просто на цепочках, второй с коннектором или сквозной плоской бусиной. Основой может служить как цепочка, так и браслет в один ряд. Это уже зависит от вас. Вот эту бусину я заменила на красивый коннектор. Можно было, конечно, взять и бусинку, проткнуть ее насквозь штифтом и прицепить с точно таким же успехом. Ну, я для примера взяла вот такой коннектор красивый, украшенный. Вот. Ну и все-таки тема у меня новогодняя. Такой вот ночной снег у меня получился, таких голубоватых оттенков зимних, с ярко-белым серебрением. Вот так это будет выглядеть. Теперь я прикладываю цепочки, чтобы примерно прикинуть длину, которая мне будет нужна. Плюс учитывая колечки, которыми я подсоединю цепочку с мелкими звеньями. Если вы техники, используемые в этом браслете, еще не освоили, у меня очень много мастер-классов, с которыми можете ознакомиться и пройти курсы с нуля, с самых азов, для того, чтобы собрать вот такой браслет и такой коннектор. Я подкорочу немного свою цепочку. Длина цепочек должна быть такой, чтобы при одевании
Коннектор мог болтаться. Почему? Потому что рука у нас постоянно изгибается, особенно когда мы сгибаем пальцы. И для того, чтобы у нас не лопнули цепочки, и все это не разорвалось в самом неподходящем моменте, для этого нужно небольшой люверсом оставить, небольшой запас, для того, чтобы мы могли свободно вращать и двигать рукой. До такой степени, чтобы при опускании руки вниз, цепочка, обтягивающая палец, не сваливалась полностью с пальца. Где-то до среднего сустава доходила вот так где-то. И при натягивании руки путем сжимания пальцев в кулак, чтобы цепочки критически не натягивались. Ну, по швам, чтобы браслет не трещал. Вот и так вот мы определяем длину. Если при одевании вы заметили, что либо излишне болтается, либо сильно натянут, ослабьте цепочки, либо наоборот натяните их. Ну, вот сейчас пока я что-то мучаюсь, не очень цепочки с мелкими звеньями. Мастер-класс очень простой, ничего сложного здесь нет. Но многие ни разу не пробовали делать такие браслеты. Не знаю почему, сейчас это очень модно. И правда красиво смотрится. Это восточный стиль. Недаром называется. Ну, слей-слей по-английски это раб, да, то есть то, что как оковы связывает кольцо с браслетом. Ну, вообще это атрибут восточных индийских танцев обязательный. Это всегда очень женственно смотрится. Несмотря на то, какой браслет вы делаете, тонкий, изящный цепочек или массивный из множества бусин. Практически каждая методика изготовления украшений позволяет сделать свои браслеты. Я видела и в коже, между прочим, и в технике проволочного плетения, и сутажного, и бисерного плетения. Всевозможные варианты. Здесь я предоставляю только три основы на свои чертежи. Это самые распространенные. Количество цепочек, которыми подсоединяется коннектор, может быть любым. Их может быть и 4, и 5. Здесь уже все зависит от вас. Ну и по мере продвижения наших мастер-классов браслеты становятся все крупнее. Вот этот средний уже по размеру. Ну и третий будет самым сложным, естественно, и самым крупным. Но потом, в итоге, вы поймете, что все три они будут женственные, они будут привлекательные и достойные всяческих похвал на вашей руке. Так, теперь я примеряю кольцо из цепочки. Оно не должно быть туго в натяжку, чтобы легко одевалось, но в то же время не должно слишком болтаться. Теперь вот эту часть мне нужно отделить и собрать ее в колечко. Цепочки к бейлам я уже прицепила. Много это у меня отняло сегодня почему-то времени. Не знаю почему. Я соединяю обе стороны цепочки колечком и в это же колечко вставляю дырочку в самом коннекторе. Ну вот что я получаю. Вот это у нас будет одеваться на палец. Ну и уже на руке будет лежать сам коннектор. Вот так.
теперь я соединяю колечком каждую цепочку на моем браслете. Магнитный замок все время создает проблемы. К нему липнет абсолютно все. В процессе работы иногда даже теряю какие-то металлические элементы, потом нахожу их прочно впившимися в замок. Особенно если он открытый. Ничего не потеряете. Замок хороший, качественный, прочный. Перед креплением замки всегда проверяйте, особенно если делаете на продаже. Они все разного качества, есть замки, которые раскрываются на раз, два, три, особенно в тяжелых браслетах, то есть носить невозможно. Рука у нас подвижная, чуть мы только кулак сжали, и браслет открывается. Вот каждая у меня пачками покупаю партия замков, и все разного качества. Так, ну вот первую я прицепила. И теперь точно так же я цепляю остальные. Когда вы выбираете коннектор и определяетесь с количеством цепочек, обязательно продумайте, каким конкретно отверстием или петелькам вы будете цеплять. Так, чтобы количество совпадало. Если у нас 5 дырочек, 5 отверстий в коннекторе, то значит, соответственно, у нас должно быть нечетное число бейлов в браслете. Почему я люблю вот такие коннекторы? Они ажурные, и там, в принципе, каждый виточек, за него можно что-то зацепить, поэтому я могу любой дизайн вписать его. Так, ну вот магнитный замок снова все к себе притянул. Ну, в общем, на этом работа закончена. Браслет я оформила. Вот он у меня готовый, вот такой красивый. Все это у меня бесформенно болтается, но стоит одеть на руку, и вы увидите весь эффект. Вообще предпочитаю для таких вот браслетов либо нежные оттенки, либо контрастные, яркие. В данном случае такие новогодние цвета у меня получились, зимние. Вот так вот это все выглядит. Очень, кстати, на руке удобно, цепочка между пальцами вообще не ощущается. Ну что ж, вот такая красота у нас получилась. Подписывайтесь на мой канал. Жду вас на следующем уроке. Мы сделаем очередной шикарный слив-браслет. С вами была Сирена. Всем удачи. До свидания.